Всем большой привет! Я заказала рандеву на этот новый адрес, пока я здесь в гостях, не стала тянуть время, сюда заказала, курьер все привез. Я хочу, девочки, в первую очередь отметить упаковку, как рандеву упаковывает. Пока вы смотрите распаковку, постараюсь не показать вам как бы все сразу, чтобы была интрига, но тем не менее распаковка настолько меня впечатлила, что я решила вставить в начале. Сразу хочу сказать, что сейчас на рандеву большая осенняя распродажа. Скидки суммируются с промокодом. Каждый раз новый промокод под роликом. Если вы уже пользовались при заказе моим промокодом каким-то, второй раз именно этим нельзя воспользоваться. Но каждый раз при каждом новом заказе я вам даю новый промокод. То есть каждый раз используйте разный. Скоро многие товары, девчонки, существенно подорожают. Многие вовсе пропадут. Поэтому распродажа это, ну, отличный повод, можно так сказать, да, запастись любимыми товарами. Сейчас пока на многие цена приятная. У меня в основном в заказе были уход бренда Zeytoon. Мне очень давно хотелось потестировать именно этот бренд, эту марку. И давайте я вам покажу, что же было в заказе. Начать хочу, мне кажется, это просто гвоздь программы. Парочка для волос. Тут на одно оформление хочется обратить внимание, насколько это все шикарно оформлено. Представляете, да? Это шампунь и маска. И я сейчас чуть-чуть подробнее расскажу о каждом продукте. Шампунь. Он создан для постоянного ухода за волосами и активной борьбы с их выпадением. Сюда входит молочная сыворотка, концентрат корня репейника, пажитника, женьшеня, масло черного тмина и другие биоактивные компоненты. Обещает, что будет действовать эффективно и безопасно. Вот так. Мне показалось очень восхитительным дизайн. Ну и по маске. Еще разочек покажу крышку. Маска зафольгирована. Zeytoon. Фольгу пока снимать не буду, потому что мне ее везти еще домой. Когда буду пользоваться, обязательно все снимем, посмотрим концентрацию. Вот так. Написано. Маска. Это фитомаска против выпадения волос с грязью Мертвого моря и амлой. Давайте покажу иллюстрацию, потому что прямо на нее не обратить внимания очень трудно. Оформление, конечно, восхитительное у этих средств. Маска подходит для всех типов волос. Она для того, чтобы предупредить и остановить выпадение волос. Формула, основанная на натуральных компонентах, обогащена грязью Мертвого моря, маслами амлы, черного тмина, отвар репейника, семян пажитника. Ну, в принципе, похожий состав, да, с шампунем. Экстракт пальмы, сиреноа. Богатый питательными веществами состав благотворно влияет на волосяные луковицы, волосы и кожу головы. Минералы моря эффективно укрепляют ткани, создают основу для активного роста здоровых прядей. Соль улучшает состояние кожи, избавляет ее от сухости, шелушений и зуда. Масла и экстракты улучшают качество волос. По этой маске я смотрела отзывы. Настолько люди в восторге, ее берут вновь и вновь и говорят, что она действительно делает свое дело. То есть вот эту парочку очень хвалили на сайте в комментариях, поэтому мне кажется, что она должна себя как-то проявить. Девочки, на каждое средство в этот раз прямо нашла каждую ссылку и вам дам ссылки на каждое абсолютно средство, чтобы вы не искали, не мучились, а могли пройти по ссылке. Под роликом будет не только промокод, но и все ссылки. На 5 минут маску надо наносить на влажные волосы, на 5 минут можно дольше держать, а потом смывать. Следующее, что было в заказе, это мыло. Мыло я, девочки, открывать не буду, но давайте вставлю фотографию, как оно выглядит. Я его взяла вообще в подарок. Тоже бренд Zeytoon. Давайте вот так покажу, что здесь написано. Это алепское мыло, премиум номер 8. Не знаю, что этот номер означает, но вот номер 8. Серый для проблемной кожи. Здесь 105 грамм, но
то в одном месте 105 написано, в другом почему-то написано 110, ну, может быть, с упаковкой. Но вообще само мыло, наверное, 105, а 110 уже с упаковочкой иногда пишут. По этому мылу мне очень понравилась информация. Я и взяла человеку, которому именно такой продукт очень нужен. Для активной заботы проблемной кожи алепское серное мыло премиум качества. Формула обогащена биоактивной серой, введенная в состав растительные масла. Она эффективно купирует воспалительные процессы, способствует очищению кожи, освобождает поры, облегчает лечение экземы и борется с перхотью и угревой болезнью. То есть, вот представляете, какое хорошее обещание. Ну и еще кое-что я решила взять, опять же, зайтун. И это снова продукты для волос, так как я сейчас борюсь и с выпадением, и мне хочется, чтобы все блестело и сияло, то я взяла еще вот такую парочку. Это пара, хоть у них и разные тут цветовая вот палитра к низу, но тем не менее, это натуральный шампунь и бальзам. И сейчас я немножечко о них тоже расскажу. Сначала о шампуне. Этот шампунь для волос с иранской хной и дает эффект ламинирования. Кстати, в нем 250 мл. Он разработан специально для тонких и хрупких волос. Я думаю, что это как раз то, что мне и надо. Средство создает эффект ламинирования, обогащено иранской хной, растительными маслами, экстрактами для интенсивного ухода, укрепления прядей, стимуляции роста крепких упругих волос. Хна всегда пользуется спросом у людей, да, когда она присутствует в средствах для волос, то, в принципе, она много чего делает полезного. Она должна проникать в структуру тканей, заметно повышать плотность прядей и действует в сочетании с маслами репейника, оливы и конопляного семени. Ламинирующий состав изнутри и снаружи улучшает качество волос, делает их послушными, эластичными, блестящими. Вот. И к этому шампуню, да, вот шампунь я сюда уже могу поставить, я взяла бальзам. И этот бальзам для волос также с эффектом ламинирования, также с иранской хной и семью драгоценными маслами. И также 250 мл. Он предназначен для активного ухода за хрупкими, тонкими, поврежденными волосами. Средство с семью целебными маслами иранской хной питает, увлажняет, укрепляет. Создает эффект ламинирования и защищает от дальнейшего ослабления. То есть обещания, девчонки, очень хорошие. Я надеюсь, что и по действию будет. Мы с вами все будем тестировать, конечно же, обязательно. Но вот пока только разжигаю ваше любопытство, как уже разожгла свое. Хна безопасно и эффективно уплотняет структуру в комбинации с маслами органы, оливы, кокоса, жожоба, миндаля, клевещины, клещевины и виноградных косточек. Повышает упругость пряди, совершенствует поверхность волос. Растительные масла не оставляют на волосах жирной пленки, ощущения липкости и иного дискомфорта. Активируют работу волосяных фолликул, благодаря активному воздействию стимулирует рост здоровых шелковистых прядей. Вот такой вот восхитительный бальзам к этому шампуню, ну, по обещаниям. Давайте что-нибудь вкусненькое посмотрим и ароматное. В заказе был дезодорант. Мне в последнее время, вот Макс брал, сын брал себе Арабские Эмираты дезодорант. В принципе, ему понравился, но сказал, что лучше бы другой аромат, аромат тяжеловатый для пацана. А я решила взять другой уже бренд. Долго я выбирала, какой цвет, какой аромат. Это парфюмированные дезодоранты, тоже Арабские Эмираты. Парфюмерный дезодорант спрей, здесь 200 мл, подходит для женщин. Как по нотам, девчонки, я когда его вдохнула, у меня ощущение, что я куда-то в 90-е улетучилась. Я тогда очень любила ванильные сладкие ароматы, и меня вот сразу этот дезодорант унес туда. Если вы вот такая же ванильная сладкоежка сладкой ванили, вот Avon, Faraway, вот что-то вот такое вот сладкое, то вам сюда. Я уверена, что дезодоранты с разным решением, то есть разные ароматы у каждого, но меня оставил прямо очень приятное впечатление. Здесь я сейчас зачитаю вам ноты, все хочу обратить внимание и на крышку.
и на вот само оформление. Так. Вот такая струя. Струя очень хорошая, сухое такое распыление. Дезодорант пока поставлю и зачитаю ноты. Верхние ноты – белые цветы, средние ноты – фруктовые и ваниль. Базы – пачули. Ну, как я и сказала, Арабские Эмираты. Белые цветы, ноты ванили и фруктов в обрамлении листьев пачули. Создано, чтобы защитить женщину от чрезмерного выделения пота, неприятного запаха, ой, как вкусно, девчонки, пахнет, и риска заражения кожи. Изготовленный на нейтральной основе дезодорант не сушит нежные покровы, не нарушает естественные процессы выделения влаги и тепла, не вызывает ощущения стягивания, шелушения, зуда. Благодаря антибактериальным компонентам продукт предупреждает неприятный запах и воспаление. Парфюмерная композиция с нотами цветов пряной ванили, спелых фруктов и пачули подчеркивает нежность, женственность обладательницы. Ну и с расстояния 10-15 см распылить на тело или подмышечные впадины. Вот такая вот красота. Но для меня это просто вот аромат из моей юности. Настолько он мне нравится. Он действительно сладковатый, нежный, приятный, восхитительный. Ну и настоящий аромат. Я давно слышала о нем. Это бюджетный аромат, но мне хотелось потестировать. В прошлый раз я его тоже на него обратила внимание, но не взяла. Это Брокарт. И девчонки не раз обращали внимание на эту линейку, именно аромат Сиеста. Я его взяла. Вот так называется. Это я вам показываю сейчас коробочку. 100 мл. И вот такой вот восхитительный флакон. Вот так он выглядит. Бюджетный. Достаточно бюджетный, если еще и с промокодом, то вообще хорошо получается по цене. Это туалетная вода, 100 мл в ней, как я уже сказала. Фиеста, яркий и очень летний цветочно-цитрусовый женский парфюм, окутанный мерцающей аурой ароматов свежей зелени. Парфюм выпущен российским парфюмерным брендом Брокарт, ну, как я вам и сказала. Ароматическая композиция посвящена итальянской сиесте, когда знойное южное солнце всходило на вершину небосклона в Италии, в работе делают перерыв, чтобы восполнить силы. Ароматическая композиция начинает звучание терпко-зеленым освежающим дыханием свежей зелени, сквозь которую прорывается прохлада цитрусовых нот, как запотевший бокал свежевыжатого апельсинового сока со льдом во время сиесты в тени апельсинового дерева, чьи листья не дают пробиться жарким лучам солнца. Постепенно к запаху зелени листвы и цитрусовому аккорду присоединяется тонкая мелодия жасмина. Она нежно убаюкивает, словно журчащий ручей с холодной водой, и навевает легкие грезы наяву. Медленно стираются границы между сном и явью, и вот уже полуденная тень кажется сумерками. Позади прозрачное ясное утро, впереди теплый благоухающий вечер. А сейчас лишь растянутые в вечности мгновения, наполненные ароматами цветов, древесины и мускуса. Девочки, я просто прям вот... Я когда читала первый раз, думаю, ну я зачитаю полностью. Даже если это не ваш аромат, вы почувствовали, наверное, как вам хочется его приобрести. Для меня вообще описание аромата – это очень важно. Почему? Потому что бывают такие моменты, ну, нравится тебе аромат, но кто-то в ролике говорит, рыбой пахнет. И что вы с этого момента чувствуете? Рыбу. Вы чувствуете рыбу, потому что оно прямо в мозг садится, и вы начинаете подсознательно искать рыбу в аромате. Но когда вот такое описание, вы понимаете, что сейчас вы прямо вот в Италию во время сиесты в полуденный зной под это апельсиновое дерево попадаете, и сейчас получите невероятное наслаждение от этого аромата. То есть уже настрой другой, и вы будете искать именно то, что, ну, как бы в нотах заявлено. Далее. Большой заказ и очень интересный. Из ухода я в прошлый раз брала зубную пасту, а в этот раз решила взять зубную щетку. Вот такое оригинальное разнообразие. Рич. Для труднодоступных поверхностей. Вот так заявлено. Не надо, вот так вам будет раззевать рот, потому что
как бы бренд позаботился о вас. Посмотрите, какая щетина. Видно, что будет очень хорошо проникать туда, куда надо. Цвета в ассортименте. Но нельзя было выбрать Johnson & Johnson. Вот так вот оформлено все. Но цвет я не выбирала. Вот какой пришел, такой пришел. К нам пришел красный. Вообще брала сына. Поэтому, ну, в принципе, красный тоже хорошо. По зубной щетке. Разработана она для самой тщательной чистки зубов, промежутков между ними и линий вдоль десен. Незаменимое гигиеническое средство выделяется гибкой головкой, наличием многоуровневой щетины и удобной ручки с прорезанным покрытием. Удлиненная эластичная щетина из синтетического волокна расположена ближе к краю головки и возле ее шейки. Это позволяет беспрепятственно удалять налет не только с открытых участков эмали, но и с самых труднодоступных мест. Чистка не причиняет вреда зубам и мягким тканям. Подвижность головки исключает случайные травмы и иной дискомфорт. И ручка удобна, потому что покрыта антискользящим слоем. Вот так. Ну и последнее. Что же у меня тут за изюминка-то? А изюминкой на торте будет палетка от Эвелин. Конечно, я не могла пройти декоративную косметику мимо. Мне хотелось, вот прямо очень хотелось именно эту палетку. В прошлом заказе я ее тоже хотела, но их не было в наличии. Их разбирают как горячие пирожки. Именно сейчас Эвелин, вот эта палетка, пользуется популярностью, спросом. Вот так она называется, Misty Galaxy. Восхитительная. Палитра теней вдохновлена яркими красками космоса. Вот как она заявлена. Я сейчас ее, опаньки, открою и вам покажу. Вот так вот она выглядит. Она действительно выглядит восхитительно. Так, открываем и смотрим. 12 насыщенных оттенков, выдержанных в коричнево-фиолетовых тонах. Вот так. Ну и, как я сказала, яркие краски космоса вдохновили эту палетку. Посмотрите, какой оттенок. Кремовая формула мягко ложится на веки, создавая тончайшее шелковистое покрытие. Микронизированная слюда добавляет сияние, а насыщенная пигментация и уникальные связывающие компоненты обеспечивают оптимальную стойкость. Это вот то, что заявлено по этим теням. Мы сейчас с вами сделаем сводчи. И в набор входят тени разных фактур. Матовые, сатиновые, шиммерные. Палетка позволяет варьировать создаваемые образы, играя не только цветами, но и фактурами. Хорошо обещают, что хорошо будут смешиваться друг с другом и создавать красивые полутона. Входит кисть в набор и зеркало. Давайте кисть поближе покажу. Она двухсторонняя. Здесь бочонок. Здесь вот такая растушевочная. Очень удобная кисть. Ну и давайте смотреть сами тени. Первая четверочка. Начнем с совсем космических. Выглядит это все. Ой, какая красота. Обычно мы так говорим, о, это космос. А тут реальный космос, да? И как бы не промахнешься в фразе. Я левша, и мне как-то вот обычно привычнее в другую сторону. Так, первые четыре, следующие. Обычно я с другой стороны начинаю тут. Свет уже вот с этой стороны окно. У меня дома-то окно с той стороны, поэтому я обычно на этой руке показываю. А тут, чтобы по свету... Ой, правда, космос, какая красота. Вот сколько я эти сводчи видела у девчонок. Как они мне нравились. Но, девочки, это ни с чем не сравнимое, когда ты их делаешь вживую и видишь на самом деле, как все это вживую выглядит. Палетка — это... Вот это реально космос. Это такой восторг. Ну, вы видите. В нижнем ряду вот эти два оттенка. Это вот звезды, наверное, так не мерцают, как эти тени.
Ну и база. Вот эта коричневая база. Давайте их тоже посмотрим. Ух ты какой! Какая пигментация в матовых оттенках. Я в восторге. Эвелин, вы просто вот скакнули вперед. Вы просто вот огромный прыжок сделали вперед. У вас и так тени неплохие. Вот. Но тут прямо восторг. И цвета подобраны как. И оттенки. И действительно три разные текстуры. Восхитительно. Вот просто восхитительно. Сама палетка какая симпатичная. По аромату не заметила. Нет, аромата нет. У них вот красная вишневая палеточка имеет аромат. И он слишком насыщенный. Он немножко даже так раздражающий насыщенный. Не каждому понравится. Он же химозненький все равно. А тут нет никакого аромата. Это куда лучше. Вот. Вы видите. Давайте даже оставлю открытый. И это не все. Рандеву всегда в подарок вкладывает какие-то пробники ароматов или какого-то ухода. В этот раз ко мне снова пришел Мон Герлен. Это уже третий раз. И представляете, третий раз у меня по 1 мл. Ну вот получается у меня третий пробник. Это уже получается у меня 3 мл такого аромата. Ну это здорово. На самом деле это здорово. И снова приехал вот такой крем и сыворотка. Серум и крем. Поэтому буду снова использовать от Люмине. Мне сыворотка не очень понравилась. Она очень жирная. У меня у самой к сухости склонная кожа. Ну, прям очень жирная. Поэтому, так как у меня руки сухие и ноги, то вот эту сыворотку я, наверное, буду на руки использовать или на локти. Потому что она очень прямо жирная. А крем будет по назначению использоваться. Девчонки, напомню, что промокод... Это не шутки. Если скидки на сайте, а сейчас они просто хорошие, осенняя идет распродажа, что-то дораспродается и больше не появится. Поэтому спешите, пользуйтесь промокодом. Ссылки обязательно все будут. Скидки суммируются с промокодом. Я думаю, это будет очень-очень даже выгодный заказ. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Напишите, что понравилось или заинтересовало больше вас. Но если вы чем-то пользовались, обязательно напишите. Мне будет интересно узнать ваше мнение об этих продуктах. Ну, а я буду прощаться. Всем прекрасного настроения и всем пока. До новых встреч.